образовательном комплексе проходит обучение все обитатели планеты, от ученых до рядовых граждан. Помимо материалов по происхождению нашей планеты, здесь содержится и множество других, все еще не изученных записей. Больше всего нас интересуют биология, химия, физика и, конечно, астрономия. Ведь наша планета всегда находится в движении и не обладает устойчивой траекторией. Так, образование. Открыть двери образовательного комплекса. Хорошо. Так, что у нас здесь? По-любому поворачиваем. Так, единственное, как ее повернуть лучше. Еще раз, наверное. Ну, наверное, как-то так. Так, а начинать мы будем... Сначала, наверное, эти две, потом эти. Так, в принципе, можно сюда просто поставить рельсы. Так, сюда поставится. Так, отсюда. Наверное, с последней сначала. Потом сюда. Так, ну как-то так надо завернуть ее. Как-то так. Так, если я сюда поставлю, в принципе, ничего страшного не будет. Нет, потом, наверное, будет плохо. Так, ладно, пускай так стоит. Так, что нам надо? Черный по-любому. Так, все по-любому. Соединять ничего не надо. Так, плавильни понадобится. Так, хорошо, начинаем. Синий. Так, делать, наверное, будем все так же, как в предыдущем уровне. То есть, так, в принципе, было довольно-таки просто. Низ, наверное, поближе поставим. Сразу отсюда, наверное, будет забирать. Так вот, наверное, отсюда будет забирать. Так, это тогда мне не нужна вообще. Оно вниз пойдет. Так, так будет мешаться. Так, ниже. Все, это дотянется, это тоже дотянется. Пусть будет так. Так, начало у нас тогда будет тут, наверное. Так, с плавильнем потом разберемся. Ее здесь поставим. Да, в принципе, если что. Можно будет сюда поставить, потом проехать сюда поставить. Так, вот с той стороны хорошо было бы, конечно, забирать, как мы раньше это делали. Сюда как-то не хочется еще что-то ставить. Ну, возможно, понадобится. Этому передавать. Либо, чтобы было проще. Ставим так. Да, ну, пускай так стоит. Так, второе, ну что потребуется? Синее, потом белое. Так, потом,
Потом вот это, наверное, черное. Да, пускай так стоит. Так, эту... А мы тогда здесь не прокрутим. Точнее, в принципе, можно прокрутить будет. Но не очень удобно. Но удобно сюда будет их менять. Так, ну, допустим, если мы два раза... Ну, в принципе, да, можно так оставить. Вот, потом просто единственное, вот этот конвертер надо либо сюда ставить, его вытягивать. Если обратно, то вот здесь уже проблема начинается. Если нам надо будет просто черную отдать, нам черную просто так надо будет отдать. Так, ладно, тогда сделаем, как было до этого, чтобы было проще. В принципе, сюда отдадим, там что-нибудь придумаем потом. Может, просто еще одну сделаем. Еще одни рельсы, еще одну поставим. Так, пускай будет так. Так, берем. Вытягиваем. Так, первая у нас синяя. Вытягиваем в бок. Бок. Так, теперь... к белой и поставить. Все, отлично. Так, это тогда у нас будет, наверное, принимать так. Хватает так. У нас первое. Первое нам не надо. Третье. Хватает. Сжимается. Сюда два раза к черной. Так, два раза сюда заворачиваем, выдвигаем и ставим, и обратно. Так, хорошо. Следующее у нас идет вот это. Здесь тоже получается довольно-таки просто. Так, вернулись. Схватили. Один раз вытянули. К белой. Вытянули. Поставили обратно. Так, здесь мы хватаем. Так, три раза к черной. Так, надо втянуться. Так, четыре раза поставили и обратно. Так, хорошо. Дальше делаем вот эту. То есть две черных. Так, хватаем. К черной. Вперед. Зад. Два раза к белой. Два раза вытянуть. Так, и вернуться. Надо будет где-то повторить. Так, здесь что мы делаем? Хватаем. Потом. Так, у нас вот эти две идут. Так, хватаем. Три раза. К белой, поворачиваем сюда и ставим, возвращаемся, хватаем, сжимаем один раз, поворачиваем, походу два раза, поворачиваемся. Еще раз к черной. И ставим. И обратно. Так, это у нас двойка.
Так, я не поставил. И здесь тоже не поставил. Надо же бросить. Так, должно получиться. А, бэт ударился. Так, хорошо. Двойка, значит. Так, хватает. Вперед. Направо нельзя. Так, ну, можно, конечно, просто влево развернуться. Либо взять влево, развернуться, проехать и развернуться дальше, отдать. Либо второй вариант сюда подобраться, взять влево. Опять разворачиваться, все равно придется. Ладно, пускай будет как сейчас. Так, то есть туда-сюда. Здесь мы пропускаем. Так, себе. Два раза сюда. Так, это пока убираем. Так, сюда крутимся. Теперь еще много-много раз надо будет поворачиваться. Втягиваем. Возвращаемся. Так, это можно удалить. Это нужно скопировать. Так, получается сюда. Смотрим. Так, что-то как-то неправильно сделал. Черный перепутал к черной. Так, нам надо к белой. Так, все правильно в эту сторону. Вернулись, взяли. Тянули сюда, повернулись. Так, а нам сюда надо поставить. Так, тогда один раз надо вытянуться. Ну, отлично. Так, дальше. У нас идет дальше. Дальше вот это у нас идет. Так, через плавильню. Так, двойка. Хватаем. Сюда-сюда. Вытаскиваем. Налево. Так, а можно, в принципе, по-другому. Сначала берем, поворачиваемся. Вытягиваемся. Еще раз по черной проходим. Вообще первый раз. Так, и вытягиваемся еще раз. Доставим. Возвращаемся. Так, теперь там будет, конечно, проблематично. Попробуем. В принципе, это проблематично не будет. Хватаем. Также поворачиваемся, вытягиваемся два раза. Потом туда. Это у нас будет первое. Три раза надо. Обратно, туда, обратно, туда. Обратно. Так, на себя уже, наверное, не получится. Я не знаю, ударится он об это, нет? По идее, нет. Втягиваемся. Два раза по черной. Вытягиваем. Ставим. Посмотрим. Может быть, ударится об черную. Нет, не ударился. Но и об это тоже. Об эти не бьется. Бьется только вот об этот камень. Так, хорошо. Так, потом поставили.
сжали, взяли. Так, где у нас F9? Так, на будущее, конечно, все-таки, наверное, проще вообще пустую оставлять. Либо с этой стороны ставить. Тогда нам сейчас было проще. Мы бы взяли, спокойно здесь прокатили. Так, придется схватить. Так, еще разок. Потом три раза к белой. Еще разок. Так, и вытянуть один раз. Поставить. Тройка теперь у нас берет. Так, куда это вообще надо? Сюда. Так, берет. Притягивает. В принципе, можно здесь, наверное, два раза повернуться. Два раза поворачиваемся, вытягиваем, вытягиваем, оставляем. И на исходную. Так, отлично. Дальше у нас вот это идет. Так, двойка у нас на исходную. Схватить. Да, все-таки проще было, если бы здесь еще была у нас рельса. Мы спокойно оставили здесь, отсюда взяли. То есть быстрее было бы, не надо вот эти махинации проводить. В принципе, не поздно. Хотя ладно. Так, схватили. Два раза к черной. А, можно отсюда же. Никуда не надо ехать. Так, повернулись, вытянули, тянули. Так, четыре раза. К белой. Еще разок. Два раза вытянули. Так, и поставили. Этот здесь хватает. Так, это у нас сюда. Те, не знаю, но эти мешать не будут. Так, схватили, втянули. К черной. Пару раз сюда. Вытянули, поставили обратно. Так, дальше у нас эти М-ки идут. Тоже через это. Посмотрим. Так, это у нас двойка. Ну все, да, он поставит и на исходную. Так, здесь мы что-то делаем, не делаем. А, ну, в принципе, так же, как тогда. Так, два раза надо. Так, хорошо, тогда мы хватаем. Так, двойка. Хватаем, поворачиваемся. Вытягиваем, вытягиваем. В эту сторону. Еще раз. Потом крутим. Едем, едем в белый, тут ставим на исходную. Так, и повторяем это действие. Так, у этого хватает. Так, один раз. Значит, у нас вот эти две. Хватает. Сжимается. Один раз черный. Так, здесь нам ничего мешать не будет. Значит, четыре раза. И ставим.
Возвращаемся. Как раз таки новая уже будет готова. Ее хватаем, сжимаемся. Так, ну и два раза в эту сторону. И ставим. Так, и эту возвращаем, в принципе, все равно как. Надеюсь, получится. Все прекрасно. Даже переигрывать не пришлось. Обычно переигрываю. Так, к следующему уровню.